Здравствуйте, я Экстрасенс Семен Роганов. Хотел бы дать некоторые комментарии по поводу того, что теперь будут вводить уголовную ответственность за оскорбление нашего президента Владимира Владимировича Путина. Я считаю это правильным, потому что если вы имеете какие-то доводы, какие-то противоречия с ним, объясняйте это правильно, грамотно выражаясь, как-то красиво, может быть, чтобы он это услышал, чтобы это услышали все. И не надо оскорблять нашего президента! Здравствуйте, я экстрасенс Семен Роганов. Это мое официальное обращение президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Владимир Владимирович, наша страна полна больных людей. Они находятся везде. В машинах, на улицах, в магазинах, дома. Моя методика позволяет излечить этих людей. Поэтому я прошу выделить мне специальное особое здание для моих чудовищных экспериментов. И пусть мои экстрасенсорные способности пойдут на благо Родины. Всего доброго.